В этом видео мы покажем вам и расскажем, как приготовить такую вот вкуснятину, в общем, картошку тут с грибами, тушеную и со всеми делами, с грудкой. Во, погнали. Лех накормит. Сегодня мы будем готовить картошку тушеную с грудкой, с грибами, там со всеми вот этими ингредиентами будет. О, вообще вот так вот, отлично. И для начала, что мы сейчас будем делать? Мы для начала сейчас подготовим все ингредиенты. У нас тут грудка замечательная, куриная грудка. Опа, прям целиковая. Мы ее что сделаем? Правильно, нарежем маленькими кубиками. Это будет, ну, типа рагу, наверное, да, там больше. Скорее всего, да, рагу, да, ну и получится. Режем кубиками, в общем, это мы все дело маленькими. Частенько что-то у меня в видеороликах все кубиками получается. Но тут, в общем, чем меньше, тем оно, наверное, лучше. Потому что грудка, она все равно, в принципе, высохнет будет вообще тогда, да? Как кошачий корм. Но дело не в этом. Вот. Хотелось бы вообще музыку подставить какую-нибудь под все вот эти дела. Но вот тогда не слышно будет, что я тут вообще рассказываю. Вот. Опа. Нарезаем курятину. Вот. Ну, из ингредиентов-то нам понадобится куриная грудка, картофель, вот, лук репчатый, морковочка, помидорчик, ну, шампиньончики, вот, соль, перец, там все вот это вот дело добавляется у нас по, как правильно, вкусу. Вот. Дорогие мои, грудку, короче, порезать-то это уж казалось не такое уж быстрое действие, дело. Поэтому мы тут немножечко на паузу нажали. Там переходик плавненький сделали потом. Все, грудку-то мы порезали. Выкладываем ее в мисочку в отдельную. Следом, что мы подготовим? Следом мы подготовим, наверное, лучок. Опа, все ж трясется. Лучок. Чистим лук. Опа. Тороплюсь постоянно. Опыта нету, а хочется, знаешь, как по телеку. Раз, раз, раз. И все, и огонь. Все за кадром. Вот сейчас шелуху стряхнем. Вот. Бывает, знаешь, люди канал ведут, за ролик по 10 раз попросят, чтобы там лайков понаставили, там подписались, колокольчики там всякие. Мы ничего не просим. Кому надо, тут оценит. Правильно? Один разочек можно. Один разочек можно. Один раз. Персил. Всегда персил. Да? Так что. Что по поводу лука-то? Лук-то надо порезать помельче, короче, кубиками. Ну, прям мелко-мелко-мелко. Как вот просто может. Потому что надо так. Приготовиться. Да, так быстро вроде приготовиться. Вообще, как говорится, если ты в обед съел лука, значит, ты не сука. Потому что лук это полезно, вкусно и вообще. Куда ни взгляни, не взгляни, говорю, взгляни. Во всех рецептах добавляют лук. Ну и мы тоже, в принципе, не исключение. Что тут еще можно рассказать? У нас вот это, в принципе, третий ролик. А там как пойдет. Сейчас мы поставим эти все ролики на поток. Так, что мы дальше делаем? Лучок мы этот убираем. Следующим этапом нашей, так сказать, работы идет терочка и морковочка. И терочку трем на большой. Терочку, говорю, трем. Морковочку натираем на большой терочке.
Ну, я думаю, тут целую там, я не знаю, сколько. На любителя, короче. Сейчас, в принципе, просто мы покажем. Тут. Вообще не люблю на терке тереть. Такое-то занятие мне, прям не знаю. Опа. Ну во. Да хватит, что за жарочка там, ничего. Не знаю, получится нормально. Тут, в общем, откладывается и вываливается морковочка. Я эту луку отправил в отдельную мисочку. Так, следующими действиями у нас, что мы готовим? Дальше мы будем шампиньончики резать на 4 части. Шампиньончики. Уже какой видик, да, и все с шампиньонами. Опа. С ножками прям, со всеми делами, просто холодной водичкой помыть их надо было, да и все. Во. У нас просто тут такой ракурс, то что особо ничего не видно. Во. Ну и что, нарезочка грибочков у нас подходит уже к концу. Просто что, не хочется делать такое видео, чтобы на полчаса его затянуть, так-то это вроде дело быстро. О, ну все же, смотреть там что. Так, ну и все, что, отправляем мы сейчас готовить это все дело на плиту. Берем, ну что, налили маслица в кастрюльку. И начинаем закладывать куриную грудку. Прям в масло. Что-то я вообще налил нормально, ну ничего страшного. Это дело такое сейчас. Сейчас питается, ужарится. Опа. Так, иду лопатку. Берем лопаточку. Что-то это все дело там не примерзло. Не пригорело. Оно вон пригорает. Крутим, вертим. Ну вот, грудку дала. Сок, воду. И больше она не пригорит. Посолили. Сейчас немножечко поперчим ее. Перчика свежемолотого накинем. Ну так, чтобы чуть-чуть чувствовалось. Опа. Помешиваем. И закладываем сюда сейчас лук. С морковкой. Опа. Лук с морковкой. Так. Закладываем лук и морковку. Опа. И все это дело перемешиваем. Перемешиваем. Следующим этапом сюда будем заворачивать шампиньончики. Опа. Все это дело тушится аккуратненько. Пока что лучок, морковочка, курочка. Ну так это типа промежуточная съемочка. Чтобы весь процесс не снимать. А так, я думаю, вам подскажет сердце, когда грибочки-то закинуть. Так, дальше отправляем в топку грибочки. Прям так, не варя ничего. Закладываем грибы. Маслом кашу не испортишь. Да? Опа. И все, и замешиваем их со всеми этими делами. На подходе у нас картошка. Картошка. И помидор. Самое главное, не забыть про помидор. Все, отправляемся резать помидор. Это дело пока тушится у нас. Давай накроем крышечкой все это дело. Опа, сейчас на медленном огне тушится. В общем, сейчас мы помидорчик туда застругаем. Помельче. Тут одну сердцевиночку уберем. Опа. Не умею, конечно, помидоры резать кубиком. Но как смогу, сейчас так порежу. Я думаю, это не особо принципиально. Он сейчас все равно там затушится, да? Ну, как-нибудь вот так вот. Я думаю, тут
Че, если для себя готовишь, я думаю, вообще похрен, как там что вот это вот резать. Ты же не в ресторане работаешь. Поэтому, как тебе нравится, так и режь. Там морковку кто-то любит покрупнее, кто-то вообще морковку терпеть не может. Просто, ну, чисто там для вкуса добавить надо, тогда его на маленькой терочке порезал. Так и с помидорами вот. Сейчас порежем кубиками, как сможем. Во. И отправим сейчас вот это все дело на вар. Все, помидорчики заваливаем в общий котел. Помидоры перемешиваем. И запах уже наполняет кухню этим всем делами. Ну а что тут все шикарно выглядит. Так, все. Закрываем, тушим дальше и идем готовить картофель. Так начал. Картофель нарезаем. Так, так. Ну и вот так. Опа. Такие вот кусочки. Заваливаем его тоже туда. Просто поверх всего этого заваливаем картофель и заливаем водой. Сейчас мы это все дело перемешаем, чтобы добротно получилось. Но уже добротно получается. Так. Опа, еще небольшую щепоточку соли, потому что что-то так ингредиентов слишком много получилось. Ну и все, заваливаем картошку. Просто вот так вот сверху валим ее. Распределяем равномерно. Так. И заливаем водой. Воды нужно столько, чтобы картошка полностью ушла под воду. В некоторых рецептах пишут, что можно залить куриным бульоном. Но можно обойтись просто водой. Что курица-то здесь все равно есть. Во. Накрываем это дело крышечкой и тушим до готовности. Ну и все, у нас приготовилось. Картошечка стала мягенькой. Правда, у нас что-то тут с бульончиком получилось чересчур, да, многовато. Но получилось довольно-таки, я думаю, неплохо. Сейчас мы еще зелень подрежем сюда. Во. Ну, мы сейчас сюда укропчик порежем. Так, прям чисто. Для вкуса, так сказать, для вида. Совсем чуть-чуть. Ну вот. Опа. Если у тебя есть дом такая тарелка, или была, может быть, да? Ставь лайк. Укропчика. Ну вот такая, в общем, вкуснятина у нас получается. Что хочется добавить? Подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет вот в этом углу, как обычно. Во. С этого угла мы что-нибудь там покажем, тоже какой-нибудь анонс. Во. Кушайте с удовольствием, готовьте. Приятного аппетита. Всего доброго. Лёха накормит.